Меня зовут Анна Звягинцева, мне 32 года, родилась в городе Днепропетровск, живу в Киеве. То есть фигура, она обладает как бы волей и намерением, но сама структура намерения предполагает возможность колебаний, потери уверенности. Таким образом роль усложняется, то есть происходит некий конфликт. То есть тот, кто знает, как надо, он в какой-то момент сомневается и поддается какому-то блужданию. У человека всегда есть некая идея, намерение, что он хочет сделать, сомнения, и потом, как, чтобы все это завершить, воля. И вот на стыке вот этих трех элементов намерение не всегда декларативно, и вот прям вот как надо, а само сомнение, оно очень потенциально. За проявленным намерением следует сомнение, и только их связь открывает дорогу действию.